Добрый вечер, дамы и господа, рады приветствовать вас на матче 5-го тура летнего РМР турнира. Посмотрим за противостоянием двух коллективов, таких как iBeezy против Bad Ancient. Карты у нас выбраны, первой мы пронаблюдаем плато, это выбор гостей. Второй же картой мы будем лицезреть Иран, это в свою очередь выбор коллектива iBeezy. Освещать данный матч для вас будет наша студия StreamTo, я Кортизол, наш прекрасный оператор Алексей Ориджинал и мой коллега Гангстер. Юра, привет! Привет, Кортизол. Хотелось бы отметить то, что команды борются у нас за выживание в данном турнире, в данном РМР. И посмотрим, что они покажут нам на карте плата. Ну а после плата у нас будет, как ты уже сказал, ждать Иран. На самом деле я не особо любитель карты плата, потому что здесь очень сложно увести флаг, а одна ошибка может стоить тебе целого раунда. Ну, разумеется, если ты не доминируешь на карте. Поэтому посмотрим, что команды нам покажут именно на плато. Я очень сильно надеюсь, то, что будут играть не от деф, а будут играть атака на атаку, а не скучное стоялово. Да, будет интересно посмотреть, пока что оба коллектива выдвинулись на центр, для того, чтобы контролировать его драйв. Ну и пока у нас есть небольшое время, я думаю, можно представить игроков. Я, скорее всего, представлю коллектив iBeezy. За iBeezy сегодня будет выступать Пэт на Crusader Release Opt, на Ареса Шафте, Думай на Паладина Тесли, Принцесс Токио на Викинга Смоке и, получается, Кодя на... Что-то я запутался немножко. А, Принцесс Токио на Хантера Фризе, да. Так, ну а я представлю команду Bad Decision. За Bad Decision на Crusader Шафте будет играть Мистик. Ой, как раз делиты здесь у нас произошли, не успел я всех глянуть, но ничего, я думаю, это не критично. Назову состав, он будет играть Мистик, Сентинел, будет играть Кёрл, Вэл и также будет играть еще Аки. Поэтому посмотрим, что у нас покажут. У нас у Викинга есть, у Вэла уже овердрайв, он его вжимает, вот это здорово, вот это я понимаю смелость. На самом начале раунда он вжимает овердрайв и довольно-таки неплохо его вжимает, если бы сейчас сливает шафта, но Пэт сливает его в ответ. И атака эта немножко захлебнулась. Да, остается тут один Ахи, пытается что-то сделать по респавну, его довольно-таки спокойно разберут. Неплохо оказал давление на своих оппонентов, прям сразу же подобрал овердрайв, сразу же нажал. Показал уже намерение своей команды на то, что они готовы только побеждать. Крул тут со второго этажа на паладина Тесли пытается как-то подумай нанести урон, просто размениваться не пока что. И тут паладин красной команды выиграет эту перестрелку. Но довольно-таки неплохо начинает синий сейчас уже в очередной раз заезжать на вражескую базу. Аки будет против Принцесс Токио, но есть отличная рельса от Крусейдера красного коллектива, который будет добивать Хантера синего. Ну и по итогу одефали эту атаку. Неплохо пытаются как-то потихонечку прессинговать ребята из синего коллектива своих оппонентов. Но я думаю, до поры до времени, в любом случае, плато такая карта, что нужно ждать овердрайвов, и от них будет уже все зависеть. Да, действительно, я с тобой согласен. Bad Decision пока довольно-таки неплохо прожимают своих оппонентов. По крайней мере, они создают давление, которое рано или поздно может конвертироваться. А тем временем, пока атаковали Bad Decision, Дмау заходит и просто дергает флаг. Здесь его не отпустит Вэл, конечно же. Но все же попытка неплохая. Если бы сейчас не оказалось вражеского викинга под ним, то я думаю, это был бы ВОЗ потенциально. Тем временем, пока у нас был ВОЗ, происходит у нас выпадение коробки, которую пытается забрать паладин и викинг. Паладин, я думаю, здесь... Действительно, паладина оставили, странно. Ну, очевидно, что у викинга все же таки уже вот-вот будет свой овердрайв, поэтому решили под него оставить. А паладин сжимает, но сосуля восхитительная, сосуля от Пэт, сам падает минус, но этот минус простит ему сосулю, но погодите, Кёрл еще имеет шансы на увоз, но слишком много дэмэджа по нем, и атака снова захлебывается. Да, действительно, отлично сосуля в исполнении Крусейдера красного коллектива, просто-напросто... помешал как-либо увести флаг, но Аки есть на подхвате, и абсолютно никакого фокуса сейчас по нему не приходится. На полкарты он уже увозит, есть у него все еще аптечка, мастик тут накидывает урон по опту, но и, судя по всему, доставка, слишком простая доставка, просто-напросто, как будто бы испарились ребята из красной команды с карты, и ноль урона нанесли по вражескому хантеру, тем самым отпустив просто этот флаг, как будто бы даже не пытались бороться. Изначально, да, действительно, то ли инфа не прошла, то ли оп, не услышал инфу, то, что вражеский хантер подбирает флаг, Крусейдер, которого застанил хантер своим овердрайвом, должен был 100% давать информацию, инфы или не пошла, или же шафт не услышал, и вот, соответственно, увоз. А тем временем снова второй увоз, Вэл, опять же, практически получив только два
выстрела по себе доехал до центра, и сейчас это будет вот, потому что хороший Сентинел выдает хороший, восхитительный шарик, который сбивает соперника, подхилил своего тиммейта, и я думаю, что это будет доставка. Погодите, погодите, здесь шарик, ай-яй-яй, как же долго поднимается, ой, какой шарик восхитительный. Опт выдает, пытается исправиться за предыдущий момент, но принцесс Токио успевает, и это возврат. Как же здорово сейчас обоюдно разменялись шариками, но скажем так, то что Опта шарик был более крутым, благодаря нему вернули флаг. Да, соглашусь с тобой, там прям я уже в моменте подумал, что шарик наведется вниз, и все-таки он успел залететь на ХГ. Сейчас Коди нажимает удар фикинга центра при поддержке своего паладина, будет разбираться с первым оппонентом, но, к сожалению, не успел он перевести свое внимание на остальных, его довольно-таки быстро разобрали. Думаю, здесь уже ничего не успеет сделать, отправиться на респ, но вот и как-то ребята из коллектива Ibizzy потихонечку находят игру, более-менее начинают прессинговать уже, пытаться строить какие-то атаки со своей стороны, а не только принимать вражеские танки. Разогрелись они после этого возврата, зарядились. Коди на центре уже стоит, но до овердрайва еще очень и очень много. Интересно подметить, что тут викинг синего коллектива отыгрывает с левого фланга. Довольно-таки удивительная позиция, потому что обычно викинги отыгрываются противоположно. Думаю, тут в очередной раз по респам уже как-то пытается заезжать, но тут слишком много игроков синего коллектива будут обращать на него внимание. Ну и отбились от атаки, что одна сторона, что другая. Ну и уже как-то пытаются вот сейчас заходить ребята из коллектива Ibizzy. Пэт заряжает сосулю, попадает чуть-чуть под керлу, но я думаю, что тут особо не критично. Да, действительно, сейчас пытаются уже более агрессивно играть команда Ibizzy. Скажем честно, у них пару моментов даже было неплохих, пару шансов было на увод, но все же пока впереди идет Bad Decision, и я думаю, что сейчас у них откопятся овердрайвы, и снова мы увидим от команды атаки от этой команды. Потому что без овера увести нереально сложно на этой карте, хотя парадоксально первый флаг ушел исключительно с одним овердрайвом Хантера, но все же. Без овера вряд ли бы ушел. Вэлл здесь не сможет разменять, а Коди забирает спокойно овердрайв. Хороший фокус от команды Ibizzy, и благодаря этому Викинг забирает овер. Да, восполняет себе овердрайв викинг красного коллектива, который нажимал буквально полторы минуты назад. Но посмотрим за его реализацией. Кёрл в очередной раз заезжает на вражескую базу, будет подхватывать флаг. Пэт будет смотреть на него, но Аки успевает его сдуть. Просто-напросто Вэлл нажимает центр, овердрайв викинга сейчас раскидывает, убивает он шафта. Отличная игра. Кёрл смещает сейчас свою траекторию на центр. Кодя будет ли тут нажимать? Понимает, что слишком рисково, Вэлл все еще оверный перед ним. И по итогу доставка второго флага от коллектива синих. Довольно-таки неплохая игра. Отлично, в очередной раз, на самом деле, коллектив Ibizzy пропускает этого Кёрла, просто-напросто как будто бы игнорируя его полностью, ну и не менее грамотное прожатие было со стороны Викинга. Действительно, Викинг очень много сделал, скажем так, вжал этот овер и наверняка уже дал шанс своей команде на увоз, беспрепятственно довез Кёрл этот флаг и поставил вторую тряпочку для своей команды. Очень здорово, пока отыгрывают на увозах команда Bad Decision. Да, соответственно, один флажочек они там немножко запороли, скорее всего из-за того, что просто Арес долго поднимался на подъем. А так, ну, в принципе, очень здорово. Ребята, если довозят флаг до центра, то это должна быть доставка. А тем временем, Коди может увезти, у него, к сожалению, нет аптеки. Но погодите, принцесс Токио вжимает очень хороший овердрайв, но здесь шафт, респ, здесь сводка шафта. Хотя, погодите, да, успевает выдать он хороший урон, но нет, некого перехватывать. И это будет доставка, да, действительно, это будет доставка. Здорово, здорово, неплохие атаки. То, о чем я и хотел, то, чего я и хотел от этой карты, то, чтобы не было глупого стоялого перестрелок и так далее. Здесь команды атака на атаку, это меня очень радует. Да, еще под этот весь увоз Коди отлично овердрайв на центре прожимает в размен, убивает двух своих оппонентов, контролируя овердрайв на центре. Ну, Ахи тут пытается как-то напрячь все еще защиту коллектива Ibizzy, но вот ребята на месте будут смотреть. Посмотрим, на самом деле интересно, потому что, если я не ошибаюсь, это выбор ребят из коллектива Bad Decision плато, и пока что они довольно-таки неплохо начали, но пытаются как-то огрызаться сейчас Ibizzy. Ну и вот очередная атака со стороны Bad Decision имеется у нас. Вэлл тут блокирует немножко своего Хантера. И вот просто кончили сейчас ребята из коллектива Ibizzy, просто целиком нету никого на респе, только Дума и Принцесс Токи тут уже с респа посмотрит на свой флагшток. Ну и вроде бы какой-то особой угрозы тут сейчас не создается, хотя у Ареса синей команды уже появляется шарик, в случае чего у Хантера есть овердрайв. Пока что ни у Викинга, ни у Паладина не имеются, но я думаю, что это дело времени, и в этом раунде мы еще увидим овердрайвы от Паладина и Викинга синего коллектива. Смотрите, сейчас действительно очень много овердрайвов у Ibizzy, это и Паладин, и Викинг, и Крусейдер.
еще и РС, поэтому посмотрим, посмотрим, что сейчас как будет реализовывать ребята эти оверы. Ну дает овер сейчас, ну в никуда, действительно, в никуда. Очевидно было же, что ХП не хватит у его викинга, чтобы подлечиться от шарика, но просто сейчас шарик в молоко ушел, к сожалению. Но есть надежда, то, что сейчас заберет Ильяк, ну и Сентинел также овер в никуда. Они что, решили... Фэйрплей, вы ошиблись шариком, я вам помогу, тоже ошибусь. Я не понял этого момента сейчас от команд. Очень какие-то глупые действия от Торресов, необъяснимые. Да, действительно, оба РС, обоих коллективов теряют свои овердрайвы. Котя тут разменивает с центра. Сейчас атака от коллектива Айбизи имеется. Принцесс Токио подхватывает флаг. Есть у него все еще аптечка. Котя прожимает второй раз. Тут в минус падает Кёрл. Котя отправляется только сейчас на рез. Думает, страхует своего союзника на Хантере. Везет, везет Принцесс Токио. На 0 хп абсолютно остается. Любая тычка его добьют. Но успевает донести он этот флаг до своей базы. И за минуту до конца ребята из коллектива Айбизи сравнивают счет 2-2. Посмотрим, может быть, какая-то ответная атака сейчас со стороны The Decision у нас будет. Кёрл тут пытается что-то сделать, но думай, на пару с Пэтом все еще оверны. По итогу Вэл тут пытается как-то заходить, но его довольно-таки быстро разберут. Ну и казалось бы, что овердрайвы-то у нас уже и кончились. 50 секунд до конца. Я думаю, что на этом этот раунд по счету и будет и закончен. На самом деле это безумно глупо, обычный флаг команды Bad Decision. В паладин падает в минус на ровном месте. Урона нет по флагоносцу. Я смотрел это как нечто несуразное совсем. Флаг, в принципе, закономерно. Айбизи отдали глупые флаги. Также сейчас отдали Bad Decision максимально глупый флаг. И я думаю, согласен с тобой, что да, здесь все-таки закончится. 18 секунд, потенциально шансы были, но здесь Принцесс Токио лишает каких-либо шансов Bad Decision на победу в этом раунде. Но, скажем так, по игре, ну, первую половину отыграли лучше Bad Decision, да, а вторую Айбизи. Поэтому все закономерно, 2-2, более чем справедливый счет. Да, полностью с тобой согласен. Начинали неплохо коллектив Bad Decision, но все-таки не хватило им фокуса, чтобы сохранить счет. Хотя, казалось бы, плато такая карта. Да, действительно, много индивидуальных каких-то ошибок совершает что один, что другой коллектив. Много каких-то тимплеев неточных. Но хочется подметить, что ребята-то в киберспорте только начинают, и понимания у них особо, может быть, еще нету у Bad Decision, если я не ошибаюсь, это... уже третий РМР, но результаты на предыдущих двух были не суперсильные. В свою очередь, коллектив Айбизи у нас отыгрывает только первый свой РМР, и это прям вот, можно так сказать, новички новичками. Но даже несмотря на то, что это их первый РМР, они уже кого-то успели выиграть. MXTeam, я даже помню, смотрел то противостояние на Сандале, довольно-таки неплохую игру показывали тогда Айбизи. Ну и вот посмотрим... что они смогут противопоставить сейчас Bad Decision, потому что, как по мне, соперники равные. Действительно, здесь сложно выделить явного фаворита. Я бы, возможно, немножко все-таки выделил Bad Decision, так как, по мне, ты сам сказал, что эта команда уже проводит не первый РМР, поэтому можно закономерно сказать то, что у них больше опыта, а все-таки опыт здесь немалую роль играет. Как минимум опыт игровых моментов и как максимум опыт психологического состояния во время проигрышей, побед и сложных таких психологических ситуаций на карте. А таких было у них много. Сейчас вот они по факту отдали свой раунд Bad Decision, будем честны. Ну, когда ты выигрываешь с комфортным преимуществом на плато, засушить очень легко. Они ошиблись, и сейчас главное психологически не поплыть. А команда Айбизи, наоборот, должны быть на подъеме, так как они откомбэчили. И сейчас, грубо говоря, игра для них начинается с чистого листа. Так, ну что ж, забрали у нас овердрайв, забрал его Пэт на своем Крусейдере. Да, не самый влиятельный овердрайв, но при этом, скажем так, в моменте он может очень даже зарешать. Да, действительно, но и хочется подметить, не знаю, насколько уместно сейчас в противостоянии двух этих команд говорить об этом, но все-таки Айбизи отыгрывали за слабую сторону на карте плато, сейчас они будут играть за сильную, возможно, что-то поменяется кардинально за эту сторону,
И, может быть, какая-то из команд действительно чувствует ту или иную сторону намного комфортнее и благоприятнее для себя, но раунд начинается, второй уже перестрелки какие-то и с правого фланга синей базы, принцесс Токио, тут Кёрл будет помогать своему союзнику разобраться с этим Хантером, Кодя на центре погибнет от рук Вэлла. Ну и Вэлл заезжает уже на вражескую базу, если не ошибаюсь, у него все еще есть аптечка, на пол хп остается, этот викинг будет подхватывать флаг, но принцесс Токио респается прямо на нем, и никакого шанса здесь уйти уже не будет. Да, действительно, захлебнулась эта атака. Посмотрим, что сейчас покажут нам за сильную базу, как ты сказал, команда Ibizzy. Да, действительно, номинально здесь есть небольшая разница между сторонами. Некоторые команды говорят то, что нет. Они, в принципе, своим стилем игры нивелируют эту разницу. Но при этом отрицать то, что есть там разница определенная между сторонами, глупо. Выпадайте время на овердрайв, и, скорее всего, Коди его заберет без проблем. Хотя, погоди, очень хороший фокус, но оставляет под паладин на этот овердрайв. Да. Забирать успевает Думао овердрайв на тоненького, ведь если бы сейчас Мистик чуть раньше свелся куда надо, то думаю, что Думао отправили бы на рез благополучно. Да, довольно интересный момент, как мне показалось, что Кодя просто уже понял, что не хватит ему здоровья, чтобы контролировать этот овердрайв, возможно, сказал своему паладину, что бери, это тебе, я тебе дарю, и именно поэтому решили они разыграть именно так. Таким образом, этот контроль овердрайва, но в любом случае они его законтролировали, это только на пользу коллектива. Ibizzy сейчас Аки залезает на вражескую базу без аптечки, но остается подхватывать флаг, но слишком много фокуса и внимания сейчас будет ему определено, и поэтому его разберут довольно-таки спокойно. Красные втроем находятся сейчас с левой стороны от своей базы, пытаются как-то заходить. Кёрл на пару с Вэллом по центру будет ехать. У Вэлла, если не ошибаюсь, есть все еще аптечка, у Кёрла ее нету. Вэлл нажимает, отправляется на рез. Кёрл тут только остается, принцесс Токио не успевает с ним разобраться, но и по итогу уже непосредственно паладин синего коллектива разбирается со своим, можно так сказать, тезкой. Пока что довольно-таки позиционная игра, ждут пока оба коллектива, пока накопятся овердрайвы. 2 минуты прошло, коробочка на центре будет выпадать буквально через 20 секунд. И нужно контролировать принцесс Токио, нажимать овердрайв Хантера вторых сейчас. И это может быть какая-то никакая лазечка для коллектива Ibizzy. Но Кёрл на страховочке и будет разбираться с двумя своими ботемниками, которые заходили. Кодя тут тоже ничего не сможет сделать. Ну, неплохое давление оказалось сейчас Хантер синей команды. Да, действительно, неплохой был сжатый овердрайв, но если бы все-таки игрок Думао не вжал свой овердрайв раньше в никуда, то тут был бы хороший шанс у них увести флаг. Но так как овердрайв был потрачен, так, соответственно, и атака была без перспектив. Смотрим, сейчас уйдет ли принцесс Токио, но хороший овердрайв от Мистика просто нивелирует всю опасность. Смотрим, уже есть у нас овердрайв у Сентинела, Аки есть овердрайв, также, если не ошибаюсь, сейчас у Кёрла появится паладина овер, и можно что-то уже соображать, у Элла тоже копится, поэтому, но на противоположной стороне есть также Ареса овер и Викинга. Посмотрим, кто же более качественно реализует. Ну а зачем сейчас Кёрл выехал просто на опта? Я не понимаю, дай шарик спокойно и раздамажь его, увози потом. Ну ладно, посмотрим. Ой, Аки-то может уйти, у него есть овер, он будет сжимать его, очень здорово вжимает, и это будет увоз. И хороший Сентинел дает шарт, но успеет. Аки должен резать угол, он режет, все здорово, просто правильно. Вот Кёрл сейчас ненужный абсолютно овер вжал, просто в молоко. Он выбросил свой овердрайв, я не понимаю. Твой игрок уже фактически ставит флаг, ты вжимаешь овердрайв, и все. Ну и все, и просто бесполезно потраченный овердрайв паладина, который довольно-таки, я считаю, есть очень сильно на этой карте, так как есть много преград, где мансить, где ты можешь хилиться, стоять, дамаж кидывать, тем более, что у тебя Тесла, которая пускает шары за углы, все достает. Ой, не понимаю этих ребят моментами, но поставили флаг, и то хорошо. Да, есть, кстати, слово говоря, обоюдный увоз сейчас, думаю, вытягивает флаг на центр, Аки тоже, там уже второй пытается, но возврат от коллектива Ibizzy сейчас мы пронаблюдаем, Коди на подхвате будет, сосуля от Пэта отличная на центр, возврат и доставка ответная, минута буквально потребовалась ребятам из коллектива Ibizzy, чтобы сравнять счет, и всеми силами они показывают, что не собираются уступать никаким образом, и никакой, даже почувствовать своим оппонентам какое-то преимущество не хотят позволять. Аки в очередной раз подхватывает флаг, без аптечки он остается, будет выезжать на вражеского шафта, к слову говоря, у него хватит, нет, не хватит, Пэт отлично крит рельса по своему оппоненту с флагом и отправляет его на респ. Ну, обоюдные заходы неплохо, много овердрайвов было отдано, но у Викинга, например, коллектива B-Decision все еще есть овердрайв.
Паладин синей команды сейчас просто заезжает на вражескую базу, абсолютно на него не смотрит, только сейчас Мистикс разворачивается. Рез красная команда также пытается как-то накинуть, но не успевает он спрыгнуть вниз, и флаг останется наверху. Да, действительно, ох. Так здорово увезли Bad Decision, но потом просто на ровном месте опять упускать. Я не знаю, ребята такое ощущение, то, что не могут одновременно контролировать и свою базу, и при этом атаковать на вражеский флагшток. Если обязательно они увозят второй флаг, или что-то такое похожее происходит, они обязательно теряют. А Вэлл здорово вжимает, и он будет разбирать всех, он всех разберет, да, он разбирает. Это просто восхитительный квадрокилл, но вопрос, ну, блин, он выбрал не самую грамотную траекторию для увоза. Я бы сказал, ужаснейшую траекторию, хуже нельзя было придумать. Еще и на минку наехал. Ну, очевидно же, что если игрок танкует назад, то он поставит минку. Ребята, это же классика, это же классика. Ладно, ладно, смотрим. Ну, если бы он поехал на мидл, я уверен, то, что он увез бы. 100% увез. Потому что его тиммейты могли бы вкидывать урон по игрокам, которые распились на миду. И плюс ко всему этому, там просто никакого не было. Никого. Единственный игрок, который испанулся, был на балконе. Эх, грустно. Да, действительно, не самую грамотную траекторию выбрал у нас для увоза игрок красного коллектива, но все-таки момент был упущен, и нужно продолжать ребятам дальше играть. Вот сейчас сжимаются у нас уже ребята из коллектива iBeezy, Кодя заезжает на вражескую базу, будет подхватывать флаг без аптечки, он остается, думает, тут нажимает, овердрайв паладина сосули от Мистикса, отлично, в очередной раз просто дублирует он у нас эпизод с прошлого раунда, только тогда эту сосулю давала не он, а Пэт, можно сказать, такая своего рода ответочка. Ну и устраняет он любую угрозу для своего флага этим мувом. Пытаются как-то сейчас уже разжиматься ребята из коллектива Bad Decision, но как будто бы более настойчивее в это время показывают себя ребята из коллектива iBeezy. В очередной раз пытаются заходить как-то с центра. Будут паладин этого пропускать и наносить. Паладин будет очень много урона, но все-таки Вэлл с респа с ним разберется. Ты, кстати, не заметил, Сентинел уже вжимал овердрайв Фореса, потому что, как мне кажется, он уже... очень долго маринует его, если я не ошибаюсь. Нет, я не видел прожатия в этом раунде, если не ошибаюсь, да, действительно, он еще не нажимал его. Поэтому, на самом деле, это печально, когда игрок не может найти момент для использования овердрайва, долго-долго мариновать его, не самая хорошая идея. Но, с другой стороны, если ты его хоть весь раунд промаринуешь, но при этом выдашь восхитительный шар, который позволит увести, к тебе претензий быть не может. Но так ты, ну, по факту у Сентинела больше овердрайва не будет, только в том случае, если он подберет коробку. Потому что копится он слишком долго. Ну вот от опта шарик есть в очередной раз. Он какой-то, я бы не сказал, что самый правильный. Коди контролирует в центре, можно так условно сказать, что он просто передал эстафету. Ахи пытается увозить сейчас на опта, абсолютно его не видит. Ахи без аптечки остается, если сейчас сосуля у Пэта. У Пэта есть сосуля, попадет ли он ей, попадает, отлично. И это будет возврат со стороны коллектива iBeezy, но увоза тоже там никакого не планируется. Неплохая попытка от Ахи была увоза. Но вот этот респ благоприятный Пэта и довольно-таки грамотная и точная сосуля не оставляет шанса на увоз ребятам из коллектива Bad Decision. Ну да, нужно уже осталось 2 минуты до конца матча, нужно придумать какой-то заход. У вас есть овердрайв паладина, есть овердрайв Ареса, нужно просто грамотно, конструктивно построить атаку сейчас и попытаться что-либо сделать, потому что... Хотя на самом деле я думаю, что коллектив iBeezy устраивает это ничья, в свою очередь Bad Decision действительно нужно что-то придумывать. Да, действительно, так все-таки пик Bad Decision именно плата. Хотя, правда, ради я не сказал бы, что пик здесь что-либо прям кардинально решает, потому что команды, ну, любой нормальной хорошей команды должно быть минимум 2-3 карты, которые они играют прям здорово, и 2 карты, которые они играют плюс-минус терпимо. Там пермобан должен быть всего один, по факту. Ну, максимум 2. Ну а тем временем Коди увозит, и у него есть хорошие шансы, потому что Думао под него вжался, и да, это будет увоз, и здесь никто не сможет против... Хотя погоди, ну здесь и Кёрл увозит, но только не минус, но только не минус, ё-моё. Это было сейчас максимально близко к провалу, но хороший овер. Сентинел все-таки реализовал свой овердрайв, да, скажем так, на тоненького, но, по крайней мере, он принес хорошую пользу. Погоди, Аки без овера, к сожалению, Аки, но с минкой. Ай-яй-яй-яй, как же его блокируют? Но он может... Ай-яй-яй, возвращает Вэлл, и это доставка, боже! Как же сейчас... Я не знаю, это просто казалось невозможно там вернуть, но смогли, ворвался из ниоткуда, просто появился Вэлл, и здорово, здорово это сделал. Просто. Ну, я действительно доволен такой игрой от команды Bad Decision. Кто бы мог подумать, что эти две команды подарят нам насколько близкую и крутую игру? Честно, я не верил.
Да, действительно, потрясающий момент в исполнении Викинга, красного коллектива. Там, после того, как РС отдал шарик под увоз, он поехал на центр, забрал коробочку и просто с центра заехал, расстрелял трех своих оппонентов, ну и вернул флаг, как будто бы... Это большая ошибка, как мне кажется, Шафта синей команды, потому что он должен уделять внимание контролю овердрайва в первую очередь. И вот пропускать так просто-напросто Викинга, это... очень-очень плачевно, но и это привело к своему результату, тому, что ребята из коллектива Bad Decision вернули флаг и вышли вперед, выиграв второй раунд, тем самым выходя они с плато со счетом 1-0 по раундам в свою пользу, ну и я думаю, что это их устраивает, их пик как-никак. Касательно второй карты, там был выбор у Айбизи между Ираном и плато, то бишь чисто теоретически мы могли наблюдать два плато, но все-таки... Айбизи решили разнообразить, так скажем, пул карт на сегодняшнюю встречу, и мы будем сейчас смотреть Иран. Ну, в любом случае, когда играют две равные команды, я считаю, что пикать две одинаковые карты — это не самая грамотная идея. Да, потенциально, возможно, если вы прям уверены, то, что на этой карте вы всех закроете абсолютно, окей, можно делать, пикать две своих карты, две своих самых сильных карты, но если эта карта, скажем так, не ваша самая лучшая, и если на этой карте вы не знаете, что соперник слабый, то пикать две одинаковые карты — это может быть чревато самоубийством. Поэтому лучше сыграть две разные карты. Да, может быть, окажется, что первая карта у вас все-таки была сильнее, но все-таки риск присутствует всегда. Что ж, ждем пока мы карту. Можно обсудить, какие у тебя ожидания от Ирана? Не знаю, на самом деле очень интересно посмотреть, если я ничего не путаю. Прошлый матч Айбизи, который я наблюдал против коллектива MX Team, очень много ребята играли под своего паладина. И даже какими-то частями мы можем на плато это были наблюдать, то, что контролировал овердрайв он, а не Викинг. Как я понимаю, своего рода он у них, можно так сказать, ключевое звено, потому что в том матче он увез, я не знаю, ну процентов 90 флагов на... в том же Сантале, который они играли, и очень много игры делал в том моменте, и на Сантале, и на Иране, в том числе именно паладин коллектива Айбизи. И я думаю, что сейчас, если ему дадут пространство, ему дадут все, что ему нужно для того, чтобы он полностью смог раскрыться на максимум, то я думаю, что ребятам из коллектива Bad Decision будет довольно-таки непросто с этим справиться. Коллектив Bad Decision я до этого не наблюдал абсолютно, как они играют. Поэтому касательно Ирана я вообще без понятия, на что они готовы, но мне кажется, что будет примерно такой же равный бой, как и на плато. Да, скорее всего, я с тобой согласен, но сейчас, если за синих будет играть команда Айбизи, от паладина команды Айбизи сильно будет много чего зависеть, потому что у него позиция, которая потенциально должна безумно сильно напрягать деф команды оппонента. Безумно много он должен скидывать урона на мидл, так, ну, просто у него одна из самых важных позиций на данный момент на карте, я считаю. Так, здесь спрашивают, готовы ли мы. Думаю, мы готовы, правильно? Думаю, да, мы... да, конечно. Так. Ну, соответственно, я же говорю, от Дума будет очень много зависеть. Но на самом деле, еще больше будет зависеть от того, как будет с правой стороны сдерживать Crusader и RS своих оппонентов, и насколько сильно будет давить за эту базу. Потому что за эту базу очень легко продавливается, ну, за которую Айбизи будет играть, левая сторона очень легко продавливается, и 100% нужно здесь давить для того, чтобы создавать давление на команду оппонента и... тем самым упростить увозы и атаки для атакеров. Тут-то у нас здесь ребята решают, кто за какую базу должен играть. Но я так понимаю, уже все. Ждем выпадения нашего овердрайва. И, соответственно, кто заберет овердрайв, будет на старте иметь неплохое преимущество. Как в первом раунде мы видели, когда забрали Bad Decision свой овер, и очень здорово вжался сразу же в начале раунда, слил троих и фактически имел шанс на мгновенный увоз на первой же минуте этой встречи. Но немножко не повезло, были хорошие респы у Айбизи, и законтрили они эту атаку. Да, полностью с тобой согласен. На самом деле сейчас я наблюдаю какую-то, может быть, заготовку, а может быть, просто ребята на ходу придумали эту движуху, но ребята из коллектива Айбизи сейчас полностью
переменили все свои сетапы. Оп, Цареса сел на Хантера. Думай, остается на паладине. Единственное, наверное, со всей своей команды. Притестоке с Хантера на Крусейдера. Пэт с, с Крусейдера на Викинга. И Кодя с Викинга на Ареса. Просто переоделись абсолютно все игроки, кроме паладина, коллектива Айбизи. А в свою очередь, коллектив Бедесижн остается ровно на тех же сочетаниях. Единственное, что поменялось у нас действительно пушка на Крусейдера, это Страйкер. Довольно-таки приятно видеть, что оба Крусейдера предпочитают именно пушку Страйкер, потому что казалось бы, чтобы реализовать ее, нужно довольно-таки неплохо норовиться, нужно определенное время поиграть, чтобы привыкнуть к этой пушке, и рельсу в действительности реализовать будет намного проще, но оба этих игрока предпочитают Крусейдер. Начинается третий раунд, противостояние Айбизи против Бедесижн, счет 1-0 в пользу гостей. Думай здесь прожимает овердрайв паладина сразу же, не стал он особо сильно торопиться, можно так сказать, пытается тут как-то раскручиваться с вражеским аресом, но как будто бы траектория немножко не туда. Коди едет на своем аресе, чтобы увозить флаг, ну Вэлл будет на него, скорее всего, смотреть, у Коди же нет аптечки, просто если у него есть аптечка, аптечка-то у него все еще имеется, он довольно-таки неплохо оттянет флаг сейчас, но Мистикс тут с респа будет помогать своему викингу, это, вероятнее всего, будет возврат со стороны коллектива Бедесижн. Неплохо разменялись какими-то, может быть, даже атаками, но пока что Айбизи выглядит неплохо тем, что даже Арес доехал до вражеской базы, хотя он даже этого делать не должен. Но увоз, увоз, увоз здесь делает Вэл, на лоу хп он увозит этот флажок, и у него есть саппорт неплохой, но правда ради заходит также в атаку команда Айбизи, и у них есть небольшие шансы на возврат, но нет, скорее всего нет, здесь Мистикс, хотя погоди, погоди, оп, если вжмет свой овер грамотно, он не стал его рисковать, но почему он не рискнул? У него же были все шансы просто поймать в этот моменте Керла на проскоке на флагшток, но нет. 1-0, и начинается игра у нас, грубо говоря, с гандикапа небольшого для команды Bad Decision. Соответственно, посмотрим, смогут ли все-таки включиться в игру Айбизи и увести флаг, потому что есть у них овердрайв Хантера, и Думау подхватил уже флажочек, но здесь Акхи, и что-то подлагало чуть-чуть, но Акхи слили, и овердрайв свой мистик отправляет в Хантера, да, всего лишь одного игрока, но то, что ну, сейчас неправильную траекторию, мне кажется, Керл выбрал совсем неправильную траекторию для возврата, но у него есть шансы. Также аптека была у Думау, и все же он довезет флаг до флагштока, но флага-то нету, флаг Вэл увез, а Сентинел, если бы буквально немножко больше хп или не было бы аптеки у опта, он смог бы вернуть его без проблем. А так, сейчас будет полноценный размен, я думаю, сейчас Вэл отдаст флаг своему Крусейдеру, когда тот следующий респ получит, или же может Хантеру, потому что все-таки ближний бой, пушка, и будет довольно удобно играть. Посмотрим. Да, очень увлеклись ребята из коллектива Айбизи увозом, но сейчас могут вернуть, сейчас именно они, Пэт убивает вражеский флаг, но это обоюдный возврат, что с одной, что с другой стороны, Ахи будет пытаться увозить дальше, Опт будет тут нажимать, не успевает он прожаться, отличный фокус был, там Ахи ответный овердрайв Хантера нажимал, шарик от Ареса красной команды имеется, тут еще Керл нажимает овердрайв паладина, будет блокировать урон с центра, ну и доставка второго флага для Бедесижн, отличная игра, Вэлб еще будет на конвейере пытаться увозить, у него овердрайв викинга, в случае чего он с любым перехватом справится, нажимает он его в одного Ареса, отличная игра, в случае чего там бы я уверен, что Арес нажимал этот овердрайв вообще не думая. Нужно сейчас разобраться с этим увозом со стороны Айбизи, но там Принцесс Токи очень много проблем доставляет своим оппонентам, шарик от Коди летит, даже не успевает он подлечить Принцесс Токи, просто нанес урон, Принцесс Токи вернет здесь флаг, и, ну и паладин синей команды, судя по всему, доведет этот флаг до доставки, и счет 1-2 в пользу коллектива Бедесижн, но цепляется за Айбизи как-то, Опт еще на конвейере пытается увозить, у него есть еще аптечка в коврах, но его успели убить до нее, и здесь никакого воза уже не будет. Да, здесь очень сильно повезло то, что Сентинел успел выдать свой гром до того, как подобрал аптеку вражеский игрок. А Керл тем временем снова увозит Сентинела, если не ошибаюсь, еще есть аптека. Да, аптека у него есть также 2/3 хп. Я думаю, то, что если сейчас Оп не выдаст чудо какой-то момент, но по нем слишком много урона прилетит без шансов. Здесь и Сентинел будет доставлять уже третий флаг. 3-1 счет, и все-таки остается преимущество команды. Но они не видят Принцесс Токио, если бы сейчас буквально немножко
немножечко ему больше повезло, то был бы шанс на УАЗа. Аки пытается снова дернуть флаг, но Коля говорит, да не, достаточно уже и так, три флага, куда больше, ребят, имейте совесть. Вопрос в том, заберет ли Кёрл овердрайв или все-таки оставит подвел. Но почему они под паладину предпочитают отдать овердрайв, я не понимаю. Мне это очень интересно. Я заметил это уже не впервые. Ты пару раз, помнишь, говорил то, что Вейл думал, что ему не хватит хп, а в этот раз все-таки хп хватало и все, ну, странно. А оп, ныряет в яму, оп, ныряет в туннель, и через туннель будет по максимально долгой траектории, но при этом максимально безопасной. А Аки нырнет к нему навстречу, но не успевает подобрать аптеку. Аки, если бы подобрал аптеку, то было бы очень интересно. Вопрос только о том... Ой-ой-ой, сосуля! Но это труп, это просто сосуля в труп, и кто вернет? Да, должны возвращать здесь. Возвращает Мистик флаг, но на самом деле такой курьезный был момент. Интересно, что же все-таки с этого выйдет. Кёрл здесь, я думаю, должен сливать, да, сливать своего оппонента, и по идее это доставка, если не будет крайнего респа какого-то Крусейдера, а респа нету, соответственно, это доставка 4-1. Такое уже будет откомбэчить максимально сложно. Тут нужно выдавать все свои силы, положить все силы абсолютно на карте, чтобы выйти на четвертую решающую. Думау имеет все хелспоинты, также имеет он овердрайв. Он должен его сейчас сжимать, потому что по нему сейчас будет прилетать много урона. Он должен сжимать овердрайв. Скорее. Рискуешь очень сильно. Ну ладно, он здесь решил... от аптеки отыграть, но все же рисково это было. Если бы сейчас Кёрл немножко больше попал шариков, то я думаю, что это мог быть возврат. Да, но, судя по всему, это будет размен очередной. Мистикс как-то пытается траекторию на центр выбирает, овердрайв там падает, нужно его оставлять, скорее всего, под своего союзника на Хантере. Аки отличное прожатие в двух своих оппонентов еще контролирует овердрайв на центре. Там был возврат, я, если честно, не обратил внимания. Судя по всему, Вейл вместе на пару с Кёрлом зашли, вернули флаг, ну и доставили они уже пятый. Кёрл сразу же нажимает овердрайв паладина, как только он у него появляется. Аки будут на подстраховочке здесь. С Пэтом сейчас они разберутся, доставка шестого флага неминуема для коллектива Bad Decision. Ну и хочется сказать, что права на ошибку-то у ребят из коллектива Ibizzy не было. И отдав этот раунд, они сейчас ставят точку. Им нужно хотя бы ничья для того, чтобы продолжить борьбу, потому что поражение в этом раунде будет означать окончание для них этого противостояния. Они проиграют, если сейчас отдадут этот раунд. И если я не ошибаюсь, это у нас матч-то за вылет сейчас, и один из этих коллективов у нас покинет данный РМР, да, все именно так. Пока что коллектив Ibizzy ближе всего к этому, но Пэт будет оспаривать все это дело, пытаться как-то увозить, но хватит урона коллектива Bad Decision для того, чтобы вернуть этот флаг. Хочется немножко уйти назад, и вот касательно этого увоза от Опта, который увозил понизу, ты увидел, что он везет понизу, но я увидел, что он заходил понизу. Он еще поехал со своей базы, зашел понизу, взял флаг, уехал туда же, обратно. Просто какие-то траектории, можно так сказать, в стиле Лобановского у нас делает Хантер синей команды. И в очередной раз он едет туда. Довольно-таки интересный плей от коллектива Ibizzy. Да, что-то ребята придумают себе какой-то страты, мейн-тактики, и причем второй игрок тоже оттуда же вылетает, и Принцесс Токи оттуда вылетела, и Опт оттуда вылетел, но они не понимают то, что тем самым они дают сливать своих тиммейтов, которые находятся поверху, скажем так, на плейграунде. Но, блин, на самом деле это вроде и забавно, интересно, но при этом все, как бы это сейчас грубо не звучало, но это моментами даже сливает игру, потому что вы теряете дэмэдж, вы теряете, огневую мощь, игрок у вас секунд на 10-15 просто выключается с игры, грубо говоря, потому что он едет прямо, ни по ком не стреляет. Ну, такое себе на самом деле очень. Еще хотелось бы сказать то, что... Видишь, вот здесь в данной ситуации Ibizzy все-таки не угадали. Было бы лучше сыграть им два плата, потому что на плата дела у них шли гораздо лучше. Да, понятно то, что сейчас уже счет 6-1, уже никто не старается ничего, но правда ради Bad Decision немножко лучше играют, прям, ну, гораздо лучше играют на Иране. Не знаю, что у них не пошло так прям колоссально на... плата, но на Иране они показали то, что все-таки они заслуженно будут оставаться в турнире, а команде Ibizzy стоит потренироваться перед мажором. Сейчас я посмотрю, хватит ли у них очков для того, чтобы квалифицироваться на этот мажор. Ну, если они не участвовали они в турнирах, я так подозреваю то, что вероятность их попадания на мажор очень-очень маленькая.
Да, действительно, как мне кажется, очков им просто-напросто не хватит. Я даже не могу найти их в списке здесь. И, вероятнее всего, в действительности, Айбизи... Это их первый РМР турнир, да, действительно, очков пока что у них нету, и они покидают его со счетом 1-4, получая, если не ошибаюсь, там 100 очков рейтинга, но, как мне кажется, этого не хватит для того, чтобы попасть на мажор. Даже элементарно Триксов они не смогут обогнать, которые еще даже с этого РМР турнира получат очки. Ну и, на самом деле, плато выдалось довольно-таки конкурентоспособным, а вот Иран от Bad Decision очень довольно-таки... Я бы сказал, он был вальяжный от Bad Decision, но это по той причине, что действительно, как ты сказал, очень много внимания уделяли ребята из Айбизи этому нижнему туннельчику и действительно оставляли своих игроков сверху в меньшинстве. Ну и 1-6 у нас заканчивается данный раунд. Счет по раундам 2-0 в пользу коллектива Bad Decision. Ну и мы будем поздравлять их. Действительно, довольно-таки неплохая игра. Я думаю, что ребята выходят сейчас на статистику 2-3 и будут там еще бороться за то, чтобы удержаться в данном РМР-турнире. Возможно, у них будут даже какие-то шансы на камбэк. Ну а мы будем с вами прощаться. Всем спасибо, что пришли, поболели за свою любимую команду. С вами был я, Кортизол. Ну и завершительное слово я предоставлю своему коллеге Юре. Да, действительно, ребята, всем спасибо за просмотр. Искренне рады были всем вам. Посмотрели мы действительно классные два раунда. Третий раунд, к сожалению, немножко огорчил, но, тем не менее, неогорченные были Bad Decision, потому что они уверенно победили и смогут продолжить борьбу свою на РМР и, соответственно, борьбу за выход на мажор. С вами была студия StreamTO. Всем удачи, всем пока.